Здравствуйте, друзья! Программа «По простому о сложном» снова в эфире. Сегодня мы в гостях у интернет-телеканала «Флагман Фидер ТВ», у ведущего фидерного направления Евгения Чертенкова. Жень, здравствуй! Приветствую! Мы с Женей отправились в его любимое зубиное место и сегодня протестируем прикормки, дипы, насадки, ликвиды и многое-многое другое, а также поговорим о методах и способах ловли, которые можно взять из профессионального фидерного спорта и перенести в наши с вами рыболовные будни. Рад приветствовать всех любителей фидерной ловли. Мы на реке Днепр, практически в черте Киева, недалеко Осокорки. Я очень рад, что мы посотрудничаем с телеканалом «Трофей». Наша передача сегодня еще называется «По простому о сложном», и поэтому в процессе передачи, скажем так, простыми словами я попытаюсь рассказать вам о очень серьезных и сложных вещах в фидере. Ну, в нашей рыбалке фидерно ничего не меняется, и поэтому начинаем мы с замеса прикормки. Так что начнем с замеса. Ну что ж, и как всегда, каждую рыбалку мы начинаем с приготовления прикормки. А какую прикормку мы будем готовить сегодня, нам продиктует погода, погодные условия. 6 ноября, температура воздуха по ощущениям 6 градусов, вода уже остыла. Какая, кстати, температура воды? Ну, температура воды я сегодня посмотрел в интернете, плюс 4. Это довольно-таки холодная вода для фидерной рыбалки, потому что в холодной воде механика прикормки уже не такая хорошая, как летом, и поэтому прикормку мы будем делать сегодня, можно сказать, особенно для холодной воды. Нацелены мы сегодня поймать, конечно же, плотву, это самая осенняя рыба. Если повезет, подлещ, но если сильно повезет, лещ. Здесь стоит у нас и такая задача. Поэтому мы будем стараться, все для этого сегодня сделаем. Я думаю, будет интересно. Давай поговорим о том, какой рельеф дна в нашей местности, какие дистанции ты выбираешь для ловли рыбы, и будут ли у тебя отличаться, будет ли у тебя сегодня две точки прикормочных, или все-таки ты будешь концентрировать одну точку, на одной точке ставить рыбу, и вид прикормки у тебя сегодня будет тоже один. Значит, сегодня, мы так уже заходя наперед, скажем, значит, поговорим о тактике нашей сегодняшней рыбалки. Значит, рельеф дна. Рельеф дна здесь, в принципе, очень такой интересный. Здесь довольно-таки глубокое место. Поэтому сегодня мы и выбрали это место, потому что осенью, когда вода становится уже холодная, там начинает там где-то от температуры плюс 8, рыба начинает скатываться стаями на самые глубокие места. И ну, ожидание зимы проводит там. Поэтому здесь глубина примерно идет от 12 до 6 метров. Начинается свал? Да, какой? Свал где-то начинается примерно с метров 20-22, там глубина 4,5-5 метров, и потом плавный-плавный свал уходит на 100 метров до 12 метров глубины. То есть на дне присутствуют небольшие аномалии ракушника, мелкие-мелкие бровочки, но так, в принципе, дно довольно-таки ровное. Поэтому мы выберем, найдем какую-то небольшую аномалию на дне в виде ракушника, может быть более-менее твердого дна, либо наоборот ила, это мы будем смотреть в процессе маркировки уже, и подберем точку для ловли плотвы. Значит, работать мы сегодня постараемся двумя удилищами. Одно мы заклипсуем на дальней дистанции в поисках плотвы, вторую все-таки надеюсь, что может быть на ближней бровке, такие бровки очень любят лещ, мы будем просто докармливать эту точку запасным удилищем и потом изредка на нее переходить, проверить, потому что в прошлом году здесь эта тактика показывала хорошие результаты, и я довольно-таки успешно в это время года ловил леща, когда практически все уже зачехляют свои удилища, моют ведра, пасочки и перестают как бы заниматься фидерной рыбалкой и уходят в спиннинг. Но это самое лучшее время для фидерной ловли. То есть, грубо говоря, у нас будет сегодня две точки. Первая дистанция 30-35 метров, да. И вторая дистанция практически под бровкой 20-25 метров. Я бы сказал, что первая дистанция будет немножко дальше, в районе где-то 45-50 метров. Да. Все-таки мы добьемся какого результата? Чем дальше заброс, так, тем здесь крупнее клюет рыба, как правило. Найти надо будет такую точку, чтобы максимально точно попадать в одно и то же место. Вы сами видите, что ветер у нас сегодня боковой. Да, боковой, южный, поэтому будет немножко некомфортно рыбачить. Мы сегодня будем использовать специальные кормушки для этих целей. Поэтому первая точка около 50 метров, вторая где-то 22-25. Мы сейчас немножко промаркинимся и найдем эти точки. Вот, немножко поподробнее о точке 22-25 метров. Это будет конец свала, середина свала, начало свала. Где, или ты в самом таком, скажем? Значит, по моим как бы личным, скажем так, наблюдениям, лещу очень нравятся места непосредственно вверху бровки. Так как у него физиология тела такая, что ему неудобно кормиться со дна, ему удобно кормиться
непосредственно самой бровки, со свала. И поэтому как бы мы найдем точку, самое начало бровки, и приподнимем немножко кормушку, чтобы она была как бы в цепи. То есть будет немножко неудобно поднимать кормушку с бровки, но лещ очень любит такие места. Мы сегодня его побалуем живыми компонентами, всевозможной прикормкой со специями. Я думаю, что мы добьемся. О чем мы сейчас, кстати, и расскажем. Хорошо, давай переходить к приготовлению прикормки. Что мы будем сегодня использовать? Окей, значит, по прикормке. Вода холодная, мы уже говорили, плюс 4, поэтому прикормки мы сегодня будем использовать, конечно же, малокалорийные и мелкодисперсные. Прикормки будут темного цвета. Значит, сегодня у нас, ну я такой как бы сам уже придумал такой микс прикормок. Значит, первая прикормка, которая будет в нашем миксе, это Turbo Cult Water Black. Мелкодисперсная прикормка черного цвета, специально разработанная прикормка для холодной воды. То есть она идет на основе мелкого бисквита, и ржаных сухарей с добавлением всевозможных специй. И такой у нее легкий, в принципе, идет фруктовый аромат. То есть мелкодисперсная прикормка – это первое. Есть. Состав. Значит, вторая прикормка, которая в нее войдет, это прикормочка под названием Big Roach Brim. Прикормка идет, в принципе, крупнофракционная, специально для ловли крупной рыбы. Она тоже на основе бисквита. Чем характерна и хороша эта прикормка? Она с ярким выраженным запахом кориандра. Сейчас вода холодная, специи очень хорошо работают в это время года. Поэтому данная прикормка будет очень уместна в этом миксе. Оттенять запах предыдущего. Да, совершенно правильно. И еще одна прикормка. Эта прикормка тоже для холодной воды с обильным добавлением сухого мотыля. То есть у нас уже... Ловить мы будем на мотыль сегодня добавлять кормового мотыля. И поэтому сухой мотыль тоже не помешает. Она тоже, в принципе, идет мелкодисперсная. Как вы видите, все прикормки у нас темного цвета. То есть все-таки последние несколько лет на Днепре очень хорошо работают прикормки с темным тоном. Никто не знает почему, но, скажем так, это заметили многие рыболовы. То есть светлые прикормки работают немного хуже. Но светлая прикормка работает в основном только по теплой погоде, да, в летнее, да? И летнее... когда уже идет похолодание, переходим на темные прикормки. Это совершенно правильно. Ну, я вообще как бы стараюсь ловить всегда на темные корма. Да. Но, честно вам скажу, в сумке с собой всегда вожу 2 килограмма светлой прикормки на всякий случай. Потому что случаи бывают всякие. Значит, что мы делаем? Для начала мы всю прикормку перебьем через 2-миллиметровое сито. Объясню зачем. То есть, в принципе, прикормка мелкодисперсная, но есть у нас несколько видов прикормок, которые идут крупной, средней фракции. Мы уберем всю крупную фракцию, она нам не нужна для того, чтобы рыба быстро не насыщалась. Потому что я так думаю, что концентрация рыбы сейчас не будет очень большая. Для того, чтобы рыба не сильно насыщалась, мы уберем всю крупную фракцию и сделаем прикормку практически одну пыль. То есть такую прикормку очень любит плотва. И в холодное время года лещ и подлещ. Поэтому прикормку всю перебьем через 2-миллиметровое сито. Используем по килограмму каждой прикормки. Да. Каждой прикормки мы используем по килограмму. Сейчас вы увидите, вот мы ее перебиваем через сито. О чем я вам и говорил, прикормка идет мелкодисперсная. Практически с килограмма у нас ничего не остается. Сессия у нас сегодня будет примерно 6-7 часов, поэтому мы используем сегодня 4 килограмма прикормки. Я понимаю, что для ноября месяца это, в принципе, много прикормки. Но на всякий случай мы сделаем прикормки с запасом. Мало ли, вдруг сейчас начнут клевать сумасшедшие лещи. Клевать будут хорошо, и надо будет много корма. Поэтому прикормки всегда должны быть с запасом. Прикормка останется, мы подарим ее соседям. Не вопрос, кстати. Это очень хорошее дело. Да, друзья, если остается прикормка, черви, опарыши, не выбрасывайте их. А можно всегда сделать хороший и приятный подарок вашим соседям. Слева или справа? Ну, если это только не спиннингисты, они не поймут. Ну, я скажу, как бы, что частенько так и получается. Делаешь, когда прикормку, сидят рядом соседи, и, ну, я обязательно нахожу там какого-нибудь, скажем так, дедушку пенсионного возраста, который ловит пшено, мы как бы стараюсь тоже подарить ему прикормку, даже там не замешанную, просто в пакетах. Ну и коль мы заговорили о таких добрых, благих поступках, друзья, хочу еще раз остановить отдельное внимание на том, что упаковку от прикормки всегда забирайте с собой, не оставляйте ее на берегу. Очень часто мы видим упаковки не только от бюджетных прикормок, а и достаточно дорогих прикормок. Видно, что состоятельные люди приезжают на машинах, не жалеют денег на снасти, но почему-то жалеют своего времени или не знаю чего для того, чтобы убрать за собой берег. Наша съемочная группа сегодня потратила около получаса, чтобы убрать это прекрасное место.
чтобы не видеть того мусора, который здесь был. Обязательно заберет этот мусор частично с собой, ну, то, что нам поместится в машину. И еще раз хотел бы сказать, забирайте упаковку от рекомки с собой и все, что наносит вред нашей природе. Что у нас дальше? Тоже минутка буквально. Я целиком полностью поддерживаю. На самом деле вот так вот сделать совершенно нетрудно. То есть занимает буквально секунду времени, наш берег всегда будет чистый. Супер. Значит, что у нас дальше? Я пересеиваю последнюю прикормку через 2-миллиметровое сито. У нас получилось, то есть зеленым оттенком она, да? Да, да, да. Она идет зеленым оттенком. Это потому что в ней очень большое добавление всевозможных специй. Если не ошибаюсь, здесь 4 вида специй: кориандр, фенхель, корица. Попробуем. И еще что-то. Да, прикормка очень интересная, с очень таким интересным ярко-рыжим запахом. Но тут у нее в ней присутствует крупного помола бисквит и пасточина. Поэтому он нам сегодня не нужен, мы его сегодня уберем. То есть, ну, прикормка вообще бигровая чебрим рассчитана для ловли непосредственно крупной рыбы. То есть, если бы сейчас было бы лето, я, конечно, бы ее не пересеял. Вот я о чем и говорил. Вот это вот остатки крупного бисквита ржаного и пасточина. То есть мы это сегодня убираем. Но летом это работает отлично. Значит, что у нас дальше? Итак, мы пересеяли прикормку через 2-миллиметровое сито. Сейчас мы забьем ее немножко в сухом виде. Значит, как мы видим, у нас получилась мелкодисперсная прикормка темного цвета, она пока сухая, не увлажненная. Значит, сейчас мы произведем увлажнение, прикормку мы сегодня будем делать активную, поэтому увлажнять мы ее будем один раз, сразу, как говорится, и много. То есть, потому что если прикормку делать активную, то увлажнение делается один раз. Для увлажнения я использую еще ликвид под названием Big Fish. Это ликвид с ярко выраженным запахом ванили. Ваниль работает круглогодично, по холодной воде особенно хорошо. Значит, ну, посоветую рыболовам по осенней поре, по холодной воде сильно с ликвидами не баловаться, потому что они все-таки бывают, воздействуют не очень хорошо на рыбу. Поэтому буквально вот на 4 килограмма нашей смеси одна бутылка такого вот ликвида, которую мы разбавим примерно на литр 200 воды. В теплое время года в воде присутствует достаточно много различных запахов и тому подобных вещей. И как бы необходимо свою прикормку выделить на фоне каких-то определенных кормовых баз, которые присутствуют на данный момент в теплой воде. Если мы говорим о холодном времени года, то подобной уже как бы такой конкуренции по запахом нет, да? Я правильно говорю? Да, совершенно правильно. Когда вода уже... И это уже может отпугнуть рыбу. Да, совершенно правильно. Когда вода остывает там до определенной температуры, то некоторые ликвиды, наоборот, даже отпугивают рыбу. Очень такие яркие, сильно-сильно сладкие, допустим, ликвиды. Или когда очень много специй в ликвиде, то они, бывают отпугивают рыбу. Даже, как правило, по холодной воде используется прикормка вообще без ликвида. Потому что ликвид, в принципе, они все идут либо на основе спирта, либо на основе сахарозы. Они прикормку еще сильнее утяжеляют, меньше делают ее пыльной. Но, в принципе, небольшое добавление ликвида дает все-таки эту нотку. Почему я именно добавляю сладкий ликвид ванильный в эту прикормку? У нас она идет на основе специй. Специя со сладким дает пряность. Вот в данный момент, в холодное время года, пряные прикормки работают просто отлично. То есть это уже, как бы, подчеркнул не один рыболов, и поэтому небольшое добавление ликвида дает хорошие результаты. Но я уже говорил, что сильно ими баловаться в холодное время года не надо. Ну, давай уточним по количеству ликвида. Итак, у нас 4 килограмма прикормки, и на 4 килограмма прикормки мы используем ликвида сколько? 250 миллилитров. 250 миллилитров ликвида. Если бы это было бы летнее время, и нам, допустим, надо было ловить леща, то ликвида было бы, я вам скажу, в 3 раза больше. В 3 раза больше. То есть практически бутылочка, да? Было бы таких 3 бутылочки. 3 бутылочки. 3 бутылочки было бы ликвида. То есть бутылочка 250 миллилитров. Да, да, совершенно. Все, я понял. Есть интересная информация. Хорошо, итак, возьмем на заметку. Мы его добавляем. Да, опять же мусор убираем. Добавляем водичку, на этот раз воду мы берем с водоема. Бытует много мнений по поводу использования воды с водоема или воды из крана. Я вам скажу так, что
наблюдения нашей фидерной команды флагмановской показали, что какую воду добавлять на речной рыбалке, большой роли не играет. Я часто замешиваю прикормку дома, в домашних условиях, водой из-под крана. Я скажу так, что больших каких-то сильных изменений в процессе клева не наблюдалось. Ну, сегодня мы замешиваемся на водоеме, прикормку делаем активную, поэтому все быстро. Воду мы используем непосредственно с Днепра. То есть, значит, если, грубо говоря, в озере стоячка, то там уже можно какую-то там разницу и подчеркнуть в использовании воды для прикормки. Конечно. Если мы говорим о течении, то, скорее всего, происходят какие-то процессы смешивания, и это не так остро ощущается. Ну, я так думаю, просто на стоячих водоемах карп, он более привередлив к этому. Там есть, он устоявшийся со своими... Конечно, pH-среда там и все, это, все остальное, это как бы химический состав воды, он очень тонко это чувствует, то на реке есть течение. И наше кормовое пятно, которое мы там делаем, буквально там размывается за полчаса. А на просторах Днепра это, да, ощущается это, да, меньше. Капля в море. Поэтому, редкий лещ переплывет Днепр поперек, а вдоль, да, так не один. Все это ведется к тому, что спокойно используйте воду из-под крана. Это старое устаревшееся мнение. И я вам скажу так, что никаких изменений в клеве, ну, не наблюдалось. Значит, ну что, разбавили мы наш ликвид водички. И теперь начинаем увлажнение. По чуть-чуть добавляем воду. Ветер продолжает задувать и усиливаться, по ощущениям уже где-то 5-6, наверное, метров в секунду. Да, наша, да, прикормка, да, практически готова, или я даже скажу, что уже готова, да, Жень? Да, прикормку я увлажнил, то есть, как я и говорил, сделал я это в одно увлажнение, то есть там, обычно прикормку увлажняют 2-3 раза. Сегодня мы один раз увлажнили прикормку, как вы видите, это получилась такая довольно-таки мелкодисперсная прикормка темного цвета, как видите, отлично лепится из-за того, что она мелкодисперсная. То есть она будет хорошо держаться в кормушке, здесь есть, в принципе, присутствует небольшое течение, поэтому будет держаться на дне. Значит, мы эту прикормку накрываем крышкой, даем настояться буквально минут 20, полчаса. За это время я соберу сейчас удилище, снасти, смонтирую монтажи и начнем промерять. Я понял. Ну и скажи немножко, вот все-таки мы не будем сегодня доувлажнять прикормку. Вопрос, при таком ветре, при такой температуре воздуха, все-таки бытует мнение, что вода быстрее уходит из прикормки, и она так как бы подсушивается немного. И были случаи, когда ребята на соревнованиях при таком сильном боковом ветре еще доувлажняли прикормку во время тура или во время рыбалки. Значит, прикормку, когда мы уже пересыпем в таз и начнем ловить, конечно же, небольшое увлажнение я буду давать, но это будет буквально, к сожалению, с собой не брал сегодня пульверизатор, это будет буквально добавление там, ну, 50 миллилитров там на... Ювелирные маленькие тонкости. Да, буквально там немножко руками побрызгать капли, чтобы она стала чуть-чуть влажнее. Конечно, прикормка на ветру сохнет, и поэтому немножко довлажнять будем. Я имею в виду, что обильного увлажнения больше не будет. Вот сколько она сейчас напьется воды, прикормка, скажем так, которая замешана у нас сегодня, она вся рассчитана для холодной воды. Поэтому она вся увлажняется в одно увлажнение. Летние прикормки, где очень много крупного бисквита, они много пьют воды, и поэтому нужно увлажнять 2-3 раза. Прикормка для холодной воды, которую мы сегодня используемся, пьет воду очень быстро. 15 минут, и она готова к употреблению. Наша прикормка готова. Поехали собирать снасти. Ну что ж, наша прикормка готова. Я постараюсь тоже быть полезным в хозяйстве. Помогу Жене пересыпать ее в емкость, которую мы поместим на платформе. Ой, аккуратно. Ну, прикормка у нас удалась. Более чем достаточно. Да. Мы всю не пересыпаем. Пересыпали половину прикормки. Еще часть прикормки у нас будет в ведре. Опять же, закрываем крышкой, чтобы не выветривать воду. Ну, и переходим на наше место рыбалки, занимаем место. И следующим этапом у нас маркирение, выбор точки. Поехали.
Я, как и в предыдущей программе, занимаю свое излюбленное место справа от спортсмена, от нашего сегодняшнего эксперта. Мы начинаем маркерить, прощупывать дно, выбирать точку. Ну, а об этом нам более подробно расскажет Женя. Жень. Да. Окей, последнее приготовление. Как говорится, рабочее место фидерной ловли – это прежде всего. Чем вы комфортнее сидите, тем лучше будет проходить ваша рыбалка. Сейчас я займусь маркированием дна. То есть, как вы видите, я повесил маркировочный грузик специальный. То есть сейчас мы будем искать дальнюю точку, мы найдем на дне какую-то аномалию в виде ракушника, либо какого-нибудь более-менее твердого дна, и заклипсуемся на этой дистанции. Поэтому начинаем маркериться. Что вам посоветую? Маркировке дна уделяйте очень пристальное внимание, не ленитесь, это очень полезная штука, от этого зависит вся ваша дальнейшая рыбалка. Чем успешнее, лучше вы найдете точку, тем будут лучше ваши результаты, это однозначно. Поэтому не ленитесь на каждой рыбалке, не спешите сразу закармливаться, повесьте маркировочный грузик, кормушку, без разницы, чем маркериться, кому как удобно, и прощупайте дно. Начните с самой дальней дистанции, там, насколько вам позволит заброс вашего удилища. Забрасывайте, постепенно протягивайте вершинкой удилище, и по вершинке следите уже, что происходит у вас на дне. Осталась у меня клипсочка со старой рыбалки. Смотри, при такой холодной погоде пользуешься ли ты смазками для шнура, то есть каким-то силикончиком или тому подобных вещей? Если честно, нет, не пользуюсь, потому что у спиннингистов 5-6 колец, да, у фидерисовых начиная там от 13 и заканчивая 18. Поэтому результатов это, как правило, никаких не дает. Если ловим уже минусовая температура, ловим леской. Переходим на леску? Да, переходим просто на леску, ловим леской. Если у нас идет плюсовая температура, хотя бы 0 плюс 1, то шнур не обмерзает. Не обмерзает. Да. Поэтому всевозможными всякими смазками, ну, как правило, фидеристы не пользуются. Итак, вот первый забросик. Сейчас смотрим. Значит, что еще немаловажно, когда произвели первый заброс, можно даже определить, какая глубина в данном месте. То есть, как правило, это вы просчитываете падение вашего груза, то есть посекундно. То есть на счет и раз, это значит, там прошла одна секунда. Как правило, грузик весом 80-100 грамм тонет метр в секунду. Поэтому, в принципе, просчитать глубину не так уж сложно. Даже если у вас не получается прощупать пока, как у начинающих рыболовов, есть главная проблема, нащупать рельеф, да? Да. У них это трудно получается, они не могут найти бровку, то просто элементарно счетом падения кормушки либо груза вы просто найдете перепад глубины. То есть, соответственно, если на 50 метрах вы досчитали до 10, да, то это, грубо говоря, 10 метров глубины. Если вы закинули на 10 метров ближе и там уже кормушка упала на счет 8, то это уже 8 метров глубины, и примерно между этим расстоянием можно уже клипсоваться, там есть хоть какая-то намек, хоть какой-то намек, аномалия или бровка. Да, да, то да. Есть, другими словами, подводя итоги, груз весом 80-100 грамм тонет на счет раз, погружается на счет раз на метр. То есть метр в секунду. Метр в секунду. Совершенно правильно. Правильно. Но уже становится ясно и уже становится кое-что понятно. Ну, вот я о чем и говорил. Здесь идет очень пологая такая бровка. Медленный подъем. Поэтому найти ее здесь, в принципе, очень тяжело. Поэтому вот сегодня я маркируюсь не кормушкой, а грузом. То есть обычно я это делаю кормушкой, ну, это мне просто больше, скажем так, нравится. Сегодня грузик, но никаких пока аномалий на дне вот не найдено. Единственное, что вот я дотянул, о чем я говорил, о нашей первой бровке. Ракушняк. Да. Вот наша первая бровка, которая находится там где-то на дистанции примерно там 24-27 метров. Но нам нужно дальнее расстояние. Поэтому, нащупав самую ближнюю бровку, опять выматываем удилище, убираем всевозможные помехи, траву со шнура лучше. То есть смотрим, хотя уже и 6 ноября, но трава еще полностью трава не легла. Трава еще присутствует, полностью еще трава не упала. Я думаю, сегодня она комфортность рыбалки нам не нарушит. Я думаю, трава она не помешает, а вот то, что сегодня уже прозрачная вода, видимость очень хорошая, то мы сегодня будем использовать на поводках максимально тонкие лески. Но об этом чуть-чуть. 2.06. Ну, 2.06 это очень спортивно. Очень спортивно. 2.08, 2.09, 0.1. То есть, по крайней мере, в поводочнице у меня сегодня такие поводки. Толще 0.11 у нас нету ничего. 0.11.
Ну и скажи, с 0,16 или с 0,17 какой размер крючка? Тут все в зависимости тоже уже от условий рыбалки. То есть, как правило, тоже сильно крупные крючки не используются. Конечно же, 14 номера, 12 не крупнее 10. Скажем так, это подлески там 0,16, 0,14. Но бывают случаи разные. Сегодня мы будем рыбачить крючками 14 номер, 16 и 18. Крючки мелкие, лески тонкие, вода холодная, рыба вредная. Ну и насадка компактная. Да, компактная, мелкая. Сейчас чем меньше насадки, тем лучше. Значит, я нашел небольшую аномалию на дне. В виде небольшой бровочки, вот уперся наш грузик и такой с трудом протягивается. То есть ракушняка, к сожалению, никого не нашли, но более твердое дно и небольшая бровка, может быть, где-то в сантиметрах 50-60. То есть для этого пологого дна это отличное место для того, чтобы заклипсоваться. Поэтому подтягиваем удилище до самой бровочки, ставим в то положение, где вы примерно будете располагать ваше удилище во время клева, и заводим непосредственно под клипсу. Ты не отпускаешь шнур немножко на метр? Нет, я не отпускаю, четко... потому что да, четко в бровку, то есть здесь ее очень мало, и поэтому как бы мы будем рыбачить именно четко в бровку сегодня. Несколько витков. Несколько витков на клипсу для того, чтобы обрыва меньше было, да, меньше трения, да? Или... Не в этом дело, просто сейчас выпускают все производители новые клипсы металлические, круглые, да, с которых да, иногда соскакивает шнур. Шнур очень скользкий, поэтому я советую лучше несколько раз обмотать, потому что были случаи, когда теряешь дистанцию, и это потом как бы, ну, восстановить приходит время. Значит, когда вы нашли уже, определили точку лова, обязательно посчитайте обороты катушки, да, то есть сколько раз вы прокрутите ручку за один оборот. То есть такие уже бывалые рыболовы примерно знают, сколько оборотов, сколько за оборот выматывает их катушка. То есть я сегодня рыбачу 5000 катушкой, поэтому моя катушка выматывает за оборотом примерно 90 сантиметров. То есть мы реально можем посчитать сразу, на какой дистанции мы работаем. Итак, точка найдена, под клипсу мы шнур завели, сейчас посчитаем обороты, примерно определим, на какой дистанции. Значит, по глубине, это глубина около 7 метров. 7 метров. Да. 7 Итак, метров. Поехали. Перед этим мы сказали, что наша дистанция на дальней бровке будет 45-50 метров. Женя сейчас считает, и мы посмотрим, так ли это. Сколько? Значит, 57 оборотов. Моя катушка выматывает за оборот 90 сантиметров. То есть вот мы как бы подсчитываем, это примерно и получается 40. В районе 45 метров. Да, 45 то есть о чем я и говорю. Ожидание, в принципе. Да, ну, в принципе, я вам скажу так, я уже здесь рыбачил, я тут не первый раз, поэтому примерно знаю, что здесь надо делать. Это когда уже приезжаешь на неизвестный водоем, тогда... Там как бы уходит на это времени больше. Здесь уже примерно даже ты на глаз определяешь, куда производить первый заброс. Примерно знаешь уже там, где тебе поставить платформу, где, ну, именно непосредственно само место ловли. Потому что когда приезжаешь на новое место, все-таки желательно пройтись по берегу и промаркериться дно, узнать, где что как. Многие рыболовы рисуют карты специальные водоемов. На соревнованиях, я скажу, мы так и делаем. Зачастую это как бы первые внедрили жизнь англичане. Ну, мы как бы учимся хорошему, да. Хорошее подхватывать, это интересно. И так же самое прорисовываем карты, садится вот так вот рядом человек, берет блокнотик в руки, производим заброс, считаем падение кормушки, отмечаем глубину 5 метров ближе, 5 метров ближе. И, соответственно, мы знаем рельеф дна и потом начинаем его промерять. И так же самое рисуем, где камень, где песок, ракушняк. Приезжая в следующий раз на водоем, вы уже знаете сразу, уже где вам ловить. Уже есть картография и конечно, все остальные дела. Конечно. То есть, грубо говоря, в нашем месте сейчас рельеф дна на расстоянии, скажем так, отлева отправа, мы находимся на набережной, приблизительно одинаковый, да? Да, да, да. Здесь то рельеф примерно одинаковый. Левее, правее, веером обработать никакого, никакого не нет. Никакого нет, никакого смысла. Здесь пологая такая спокойная, можно так назвать, бровка, на которой очень мало ракушника. Сейчас мы произведем небольшой стартовый закорм. Осенью не надо давать обильный стартовый закорм. Хватит буквально там 2, максимум 5 кормушек. То есть и сразу тоже как бы советую вам не давать живые компоненты. Изначально просто обозначьте точку своей прикормки. То есть обождите немножко, там буквально 5-10 минут, произведите перезабросы. Когда уже если рыба проявится, тогда можно что-то пробовать делать. Значит, производим стартовый закорм, ставим поводок и ожидаем поклев. Кормушками мы сегодня будем ловить не очень крупными, вода холодная, чтобы рыбу не перекормить, кормушки будут мелкие. Пока как бы пробую классической кормушкой пластиковой, но ветер сильный, если не будем попадать в нашу точку, тогда, конечно, перейдем переходим к пулю. На пулю, да? Да, да, будем рыбачить пулю. Просто вес кормушки у тебя сейчас? Вес кормушки 72. Шнур? Шнур 0,12. Шнур 0,12, 5000-ная катушка, да. И вес кормушки 70 грамм. Да, 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 снасть как бы...
классический патерностер со вставкой фидерган. А, ты используешь патерностер через карабин, да? Да, да, да. Да, карабин, да. И вертлюжок, и да? И вертлюжок, да, да, да. Можно без вертлюга, можно просто ставить карабин без вертлюга. Ну, я сегодня как бы делаю так, поэтому небольшая ставочка фидергама, 4 лб, тоненький фидергам, поэтому справится. Дреном, как да? Бы. Да, я использую фидерган дрона. Поэтому вот такой самый простой, незамысловатый монтаж. Ну, мне кажется, идеальный для рыбалки на течение. Еще раз, ставка фидергама длина? Ставка фидергама длина около 10 сантиметров. 10 сантиметров. Да. Итак, стартовый закорм. Ставим поводок, наживочку и начинаем рыбалку. Ну, во время стартового закорма мы еще поводок не вяжем. Делаем 5-7 забросов. И только после этого устанавливаем поводок. Поводок у нас будет, кстати... Начнем с метра. Метровый поводок? Да, метровые поводки. У меня поводочницы, в принципе, сегодня только метровые поводки. К сожалению, сезон заканчивается, навязывать много поводков на зиму нету смысла. Поэтому вчера вечером я там подвязал буквально там около 15-20 поводков. Толщина и размер крючка? Толщина, они идут от 2,08 до 0,11, в длине все метры. То есть мы начнем с метра, думаю, длине не надо будет, а укоротить поводок всегда можно. Размер крючка? Размер крючка 12, 14. 16 и 18. 4 размера на разных размерах носа. Так, забросили, струсили кормушку, все легко и просто как бы. Единственное, что многие рыболовы боятся забрасывать под клипсу. Не волнуйтесь, немножко технику заброса потренируйте. Это на самом деле не так уж сложно, но поверьте мне, когда вы начнете ловить именно под клипсу, это принесет очень хорошие результаты. И там как бы я в последнее время отсудил несколько соревнований любительских фидерных. Посмотрел, что уровень рыболовов очень на Украине растет. Вырос. Очень вырос. Ребята все уже ловят с кормовских кресел. Фидерарм используют, фидергам. Ловят практически все под клипсу. Скажу так, в прошлом году этого еще не было. То есть уровень рыболова вырос. И если мы будем идти такими темпами, то сборная Англии скоро будет просить у нас мастер-классы провести для них. Но я скажу, что, надеюсь, наша программа тоже в этом поможет, в популяризации фидерного спорта и привнесет какие-то профессиональные вещи в обывательскую рыбалку. Ну, это, ну, немаловажно все-таки, конечно. Фидерный спорт – это интересно, сама фидерная рыбалка, ну, по моему мнению, одна из самых динамичных, интересных, конечно. Ты знаешь, и развивающихся. Я скажу даже больше, что ты затронул тему кресла, фидерармы и тому подобные вещи. С таким темпом жизни, сегодняшним темпом жизни, у человека очень мало времени остается на любимое занятие, в том числе и рыбалку. И когда он отправляется на рыбалку, он хочет уже какого-то определенного комфорта. Именно этот комфорт и создает кресло, создает фидерарм, создает всевозможный обвес и тому подобные вещи. Это очень удобно. То есть для многих кажется, что платформа, кресло – это что-то такое недосягаемое, то есть реально только для спортсменов. Я вам скажу, я разрушу этот миф, этот стереотип. Это не так. Это ваше рабочее место на рыбалке. Все это делается, как бы покупается, собирается для того, чтобы прийти на рыбалку, получать максимум удовольствия. Все было под рукой, конечно, ты ни о чем все не под думал. Рукой, как вы видите, вот я сижу, здесь у меня наживки, лески, кормушки. Все под рукой, я не встаю с рабочего места, поэтому у меня не устают ноги. У меня разгружена спина, потому что тут идет, ну, особая осанка на платформе. Но для начала пойдет кресло, кресло тоже удобно, под спину. И сейчас как бы полно производителей, которые делают отличные кресла, отличные платформы. Не хватает только подогрева. Если бы был подогрев, было бы замечательно. А подогрев на солнечных батареях было бы вообще великолепно. Ну, я вам скажу, что как эксперт из одних рыболовной компании нашей страны, мы над этим работаем. Работаете, да? Да. Первая. Первая поклевочка, первая рыбка. Что это у нас? Это у нас окунек. Ха, окунек. Окунек связан это с тем, что мы дали немножко живого мотыля кормового прикормку пробкой. То есть, ну, окунек любит подходить на такие наживки. Ну, как правило, поначалу подходит такой мелкий окунь. И потом уже, в принципе, подходит крупнее плотва, и остальная крупная рыба, она оттесняет этого окуня с кормового пятна. Но это о чем говорит? Если становится мелкий окунь на корм, то значит нужно мелкого кормового мотыля давать меньше при корме. То есть я до этого давал кормового мотыля каждую пятую кормушку, то сейчас, соответственно, мы это уменьшим и будем давать его каждую десятую кормушку, либо пока вообще исключим наши живые компоненты из прикормки. Значит, ловим мы сейчас на данный момент, леска у нас 2,09, крючок 14 номер,
Престоновский, насадка, опарышмат. Что происходило в эту паузу, пока у нас не было включения? То есть мы сделали стартовый закорм. Стартовый закорм был в районе 5, 6, 7, 8 кормаков заброшено, кормушек заброшено с кормом. В корм мы добавляли что-то или был чистый корм? Для начала просто был чистый корм. В стартовом закорме я не давал никаких живых компонентов. Никаких живых. Да, то есть буквально 5 кормушек стартовый закорм. И потом я держал темп примерно там перезаброс раз в минуту. Раз в минуту. Да, потом немножко темп замедлил, перезаброс раз в 2 минуты. Я смотрю просто, что темп не дает никаких результатов. И, скорее всего, сегодня придется сидеть, выжидать поклевку. Рыба неактивная, это ясно. Вода холодная, рыба сегодня, по крайней мере, точно неактивная. Но потом буквально там через где-то минут, через полчаса, минут 40, появились небольшие поклевки. И начала приходить поклевка, скажем, это наживка покусанная. Пожеванный, да, обсосанный опарыш. И немножко подсосанный мотыль. Поэтому есть уже смысл сразу начинать экспериментировать с длиной поводка, с размером крючка и с насадкой. То есть, так как мы смотрим, что больше рыбы интересуется опарышем, поэтому ловлю я один опарыш и подсаживаю одного мотыля, не больше. До этого работал я опарыш и 3-4 мотыля. Но сегодня рыбе больше интересно, скорее всего, опарыш. Я понял. Хорошо. Вот как раз мы подошли к теме живых компонентов, используемых при кормке. Мы упустили этот момент при приготовлении прикормки, но сейчас к нему немножко вернемся. Жень, что у тебя сегодня есть из живых компонентов с собой? Значит, из живых компонентов сегодня я взял с собой кормовой мотыль. Я перебил его грунтом. Грунт? Обычный грунт, который, в принципе, продается в любом магазине, можно приобрести, он недорого стоит. Можно как бы спокойно там накопать просто где-то земли, такой более-менее мягкий, но ее надо пересеивать, перебивать, чистить. Продается чистый грунт, прекрасно подходит для перебивки кормового мотыля. Какой ценовой политики? Пачка стоит буквально 20 гривен за килограмм. Килограмма хватает там на 5-6 рыбалок без вопросов. А есть распасовка более мелкая, не килограммовая? К сожалению, нет. Килограммовая – это самое мелкое, что есть. Просто не совсем, я так думаю, если рассуждать, то не совсем удобно с собой всегда возить килограммовую упаковку, тем более грунта. И так, в принципе, хватает чего перевозить, поэтому, я думаю, было бы неплохо, что создать какие-то компактные упаковки. Да, может быть, согласен. Может быть. Или, по крайней мере, хотя бы не в пачке, а в какой-то твердой таре. Было бы тоже неплохо. Дело в том, что изначально грунт, он делается для того, чтобы ребята, кто занимается поплавочной ловлей, добавляли его в большом количестве для прикормки, чтобы он доносил прикормку на дно. А перебивать мотыля можно разными другими способами. Но так как под рукой у нас был грунт, мы сделали сегодня это грунтом, и очень удобно, значит. Из насадок сегодня опарыш. Я смотрю, два вида, да? Нет, это уже, он у меня несколько дней как бы жил в холодильнике, все, поэтому понял. Успел окуклиться. Так называемый кастер, кстати, который тоже иногда очень неплохо работает. И простой опарыш сегодня, это как очень холодно, поэтому он себя сонно ведет. Ты его не засыпал ничем, ничего? Нет, ничем не перебивал, чистый опарыш, то есть я как бы его уже приобрел на рынке, он уже был чистенький, почищенный. А мячный запах немножко убран был, да? Да, ничего не было, опарыш очень хороший, ну, приобрел. Друзья, по поводу опарыша немножко маленькая остановка. У опарыша есть природный свой запах аммиачный, да, мы уже говорили об этом в нескольких программах. Вот, поэтому если опарыша присутствует аммиачный запах, можно это легко определить на, скажем, используя свои рецепторы человеческие, данные ему природой. Вот, немножко его можно пересыпать. Какие присыпки есть? Ну, пересыпать его можно, допустим, там кукурузной мукой. Некоторые его пропускают через опилки. Он тоже там очищается, трется. Потом продаются специальные добавки для очищения именно опарыша. Они, скажем так, ну, не очень дешевые, но хорошо очень работают. И там, в принципе, банка там 200 грамм, которых хватает практически на год. Скажи, вот вопрос. Если использовать специализированные присыпки с запахами, да? Да. Грубо говоря, не специализированные присыпки, они уже с запахами. Да, они, то тогда, в принципе, уже использование дипчика отпадает само собой. Само собой, да, опарыш уже получается дипованный. Да, дипованный. Но если у нас опарыш дипованный, есть вероятность того, что вы не угадаете с дипом и выключите точку, как бы. Ну, совершенно правильно, да. С дипами лучше сразу все, как говорится, не сыпать в одно не ведро. Не сыпать в одно ведро. И да. Не диповать одним запахом опарыша. Допустим, как бы я действую по ситуации. У меня вот, если видите, там есть всевозможное количество всяких добавок, дипов. То есть я их уже добавляю по ситуации. Допустим, идет рыболовная сессия, потом прекращаются поклевки, да. Либо немножко становится меньше поклевок. И постепенно начинаешь по чуть-чуть в отдельной мисочке
берешь отдельную емкость, да, добавляешь, да, добавлять эту добавочку. Хватает там, ну, на 5-6 кормушек. Если она работает, это видно буквально с 3-4 кормушки, возобновляются сразу при поклевке. И поэтому таким способом можно подобрать, как говорится, на данный момент волшебную свою добавку. Либо так же самое всевозможные спреи, которые так же самое, их не надо сразу дадут точечную работу, да, точечный, да, подбор. Вы если просто... ты посмотришь уже, что какой-то из дипчиков точечно работает в каком-то из запахов, то можно уже подходить к более глобальной и делать... Совершенно правильно. Вы просто с помощью вот этого вот дипа выделите свою насадку, либо если вдруг идет интенсивная рыбалка, постоянно клюет рыба, потом ее насадку уже не очень интересует, просто вы возобновляете у нее интерес к клеву. Поэтому, ну, в этом году там некоторые виды вот таких вот всевозможных спреев показали себя очень хорошо. Скажу так, что так называемый круциан, карась в переводе, он у нас идет чесночный. Mm-hmm. Работал в этом году просто отлично, на ура. Я ловил им везде, и очень хорошо он работал по лищу. Но год на год не приходится, поэтому методом проб и ошибок подбираем свой волшебный. Не бывает одинаковых рыбалок, поэтому конечно, каждая рыбалка каждый это... раз все разное. Подбор, это мышление и осмысление механизмов, происходящих под водой в том числе. Ну, в этом хорошо. Как бы отличается спортивный вид, спортивный ловли, вид ловли от любительского. Да. То есть, если в любительском мы просто пришли, закинули удилище, в принципе, делаем все то же самое, но сидим, ожидаем поклевку, то в спортивной рыбалке мы стараемся разобраться с поведением непосредственно рыбы на дне, подобрать крючок, подобрать длину поводка, кормушку открытую, закрытую, свой дип, свою насадку. Даже вплоть до того очень часто играет роль, как надеть насадку, один опарыш, два мотыля, либо один мотыль, один опарыш, в какой последовательности, поверьте, это зачастую играет очень большую роль. Хорошо, что у нас еще, кроме опарыша сегодня? Кроме опарыша у нас, конечно же, так как вода холодная, насадочный мотыль, то есть тоже можно его приобрести, он уже появился в продаже, мотыль довольно такой крупный, перемытый, и одевается на крючок, ну, естественно, что насадочного мотыля вы не сможете одевать на крупный крючок. Поэтому, соответственно, мы сегодня используем мелкие, тонкие крючки. Что у нас в планах сейчас? Что мы будем делать? И что мы планируем изменить? Ну, скажем так, на данный момент прошло где-то примерно около часа, часа полтора нашей рыбалки. Погода, как мы видим, ветер усилился. По ощущениям, наверное, так уже где-то плюс 4. То есть, ну, реально да, сегодня холодно. Холодает. Погода нас сегодня, конечно, не порадовала. Ну что, есть поклевки, очень-очень редкие. То есть на данный момент я балуюсь с длиной поводка, стараюсь как бы подобрать оптимальную длину поводка, размер крючка. Конечно же, если не будет поклевок, мы будем, я буду утяньшать леску и ставить мельче крючок и уменьшать насадку. Поехали. Но факт то, что нужно работать, работать и работать, потому что, как говорится, без труда рыбы не будет. Ну, плотвица, да? Да, но... Ну, вот, в принципе, то, что мы ожидали, плотва. После окуня пришла плотва, значит, да. Делаем мы все правильно, да? Да, делаем все правильно. Плотвичка начала проклевывать, сейчас более мелкая плотва. То есть поводок метровый. Я немножко уменьшил диаметр лески 2,09. Чуть меньше крючок поставил, тоньше, изящнее, аккуратнее. То есть, ну, начала проклевывать плотва. Скажу так, это уже не первая поклевка. У нас третья поклевка к ряду. То есть, ну, сейчас видно, что, в принципе, такая мелкая плотва у нас отзывается на прикормку, она рядом с кормушкой, скажем так, находится. Будем надеяться, что рыба сейчас укрепнится, поэтому сейчас я начну добавлять понемножку опарыша в корм. Мотыль не дает никаких результатов. Будем пробково добавлять опарыша, я думаю, что мы немножко рыбу сейчас укрепним все-таки.